Как можно помочь детям, которые попали в сложную жизненную ситуацию? В Твери ведется работа по их социализации с помощью искусства, спорта, психологических тренингов. В школе искусств номер 2 прошел концерт в рамках гранта фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Здравствуйте, мы с вами сегодня будем делать викторианскую игрушку, которая называется сложным словом «пена, кисть и скоб». Это оптическая иллюзия и предпосылка первой анимации, предпосылка мгновения кинематографа, синематографа, как тогда назывался. Мастер-классы по мыловарению, викторианской игрушке, игре на гитаре и концерт. В музыкальной школе номер 2 прошло мероприятие под названием «Если добрый ты». Его участники – разные дети, но в первую очередь оно создано для тех ребят, у которых возникли сложные жизненные ситуации. Когда-то они сталкивались с конфликтными ситуациями, да, встали вот на учет, поэтому мы их немножко социализируем, скажем, показываем немного другую жизнь, пытаемся у них сформировать такие просоциальные установки, которые помогут им в жизни более легко адаптироваться, общаться с коллегами бесконфликтно. В этом мероприятии приняли участие не только ребята, у которых возникли проблемы с поведением, но и их друзья, братья и сестры, родители. По мнению организаторов, здесь важна совместная работа. А искусство, по их словам, зачастую помогает человеку сформировать новую картину мира и уйти от разрушительного поведения к созиданию. Приходят дети, которые далеки от музыки, а потом они выходят на сцену, они меняются. Потом мы участвуем в разных всероссийских международных фестивалях. Они меняются по человеческим качествам, они становятся добрее, они более внимательны друг к другу, появляются человеческие ценности. Социальный проект «Твой выбор», реализуемый совместно с фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включает не только концерты и мастер-классы, но и психологическое сопровождение, тренинги, спортивные мероприятия. Комплексная работа помогает сформировать у ребят новые интересы и цели.